Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживился Христом, благодатью мы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. И сегодня наша задача, дальше написано, дабы являть в грядущих веках преизобилующее богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И сегодня, всякий раз собираясь на такие съезды, мы являем вот эту преизобилующую благодать века, в котором мы с вами живем. Я имею в виду то время, которое мы с вами живем сейчас, как есть слово «ныне». Тем, кто собрался на этом месте, те, кто, может быть, первый раз пришли, те, кто, может быть, сегодня находятся еще на разных проектах реабилитационных, те, кто, может быть, сегодня должны услышать слово для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы утвердиться, для того, чтобы укорениться, как написано в послании Колоссянам. И сегодня Господь и меня побуждает свидетельствовать славу Божью так, как однажды я был обманут в своей жизни. С 10 лет я рос без отца, в 11 я уже воровал. Нет, дочки моей как раз нету, чтобы она не слышала это, вот она зашла. И вот я хочу показать один фрагмент, брат Андрей, включи, пожалуйста, дорогой. Бороться, но у меня никак не получалось, потому что я не знал, как правильно это сделать.
И после этого я писал маме: мама, все, все исправим, все будет хорошо, я пойду учиться в институт. Мама мне там нашла какой-то мисс Донецк, девушка там. Мы всем баракам писали ей письмо. И мне так хотелось вот такую жизнь исправить, да. Но на самом деле после этого еще трижды я был там. И в 2004 году как-то особенно Господь коснулся меня. Я обратился к Богу в 97 году, 20 лет назад. Но в моей жизни были 9 лет пути. Как мы говорили на прошлой конференции, была вот эта пустыня, был вот этот Египет. Я выходил из Египта, Бог меня потихонечку выводил в пустыню. И моя пустыня, она тоже там была, не в центре, а там в тюрьме. Потому что такого лошака, как я, было сложно репцентром остановить. И Господь менял меня там. И в 2004 году я попал в лагерь, где приехал в карантине был, и зашли верующие с псалмами. Там такой небольшой дворик был. И я понял, что Бог меня зовет. Я, конечно, раскаялся, я просил у Бога милости, я понимал, что все эти 9 лет, и сколько там получается, с 97 по 2004, я понимал, что все это мои все усилия, мои старания, у меня была Библия, она лежала у меня под подушкой, я не мог ее доставать, потому что продолжал заниматься ерундой, и я понимал, что все это неправильно, но... Однажды Бог остановил это безумие в моей жизни. Господь просто поставил меня перед выбором. И в 2005 году это безумие в моей жизни остановилось. Остановилось с Божьей помощью. Сам я уроженец города Донецка, из Украины. И вот через сколько... 8 лет моего служения уже я оказался здесь, в Молдове. И благодарю Бога, я сегодня говорил уже о том, что такое мероприятие, ну, такого масштаба, иметь столько гостей, и я не думал раньше, мог только мечтать, но я и мечтал, честно скажу, наверное, Господь, видя сердце, утешил меня таким образом. И сегодня дал нам возможность эту собраться вместе для того, чтобы мы рассказали другим, для того, чтобы мы свидетельствовали, как написано, о преизобилующей благодати Божьей, что Божья рука, Божья милость, Божья любовь сегодня не сократилась, это ничего, друзья. И мы сегодня, наша задача, говорить этому веку, свидетельствовать, потому что мы с вами живем в это время. И тысячи, сотни тысяч, возможно, людей вот там, за стенами этого дома, они нуждаются в нашей с вами помощи. И поэтому я хотел бы, конечно, чтобы мы и дальше делали такие съезды, чтобы мы съезжались для общения, для того, чтобы мы могли свидетельствовать. Славу Божию, как Бог менял наши жизни. Потому что я не был достоин ничего, кроме как смерти, которой Бог сказал, что наказание за грех – смерть. И если сегодня вы находитесь на реабилитации, если сегодня вы находитесь на какой-то, ну, разные репцентры, разные церкви по-разному называют, где-то программа, где-то так, но смысл один и тот же. Если там вам проповедуют Иисуса Христа, если там вам проповедуют Христа, который умер за ваши грехи, если там проповедуют вам Христа, который воскрес третий день,
послушать, это то место, где ваша жизнь может измениться. И сегодня я свидетельствую вам, что нету на основании Слова Божьего другого имени, как написано, которым надлежало бы нам спастись. Если вы хотите изменить свою жизнь по-настоящему, если вы хотите, ну, не знаю, что вы хотите, друзья, Господь даст все необходимое. Я помню свою жизнь, которая была наполнена всякими игрушками, так скажем. И Бог это все убрал и дал мне ровно то, что мне необходимо сегодня, как опять-таки написано, дал нам все во Христе, потребное для жизни и благочестия. Человек может обмануть другого человека. Человек может проявить неверность в отношениях. Послушайте, но Бог за все мои 12 лет хождения перед Господом ни разу, где бы я ни был, в какой бы стране я ни был, какие бы ситуации ни были, даже когда в Украине началась война, и мы вынуждены были выехать из страны, и наш проект заглох там из-за этого, но вы знаете, в этом году мы в июле были там, в Украине, и в этом селе, где мы начали проект реабилитации, работы с зависимыми, с бывшими осужденными. Там сейчас, в этом году, началась церковь. И наша задача с вами не молчать, друзья. Вы вспомните, когда Мардохей пришел к Эсфире, говорит, если ты не скажешь, от другого придет избавление. Послушайте, мы сегодня призваны во Христе для того, чтобы свидетельствовать преизобилующую благодать в этом веке, в этом времени, когда мы с вами живем, друзья. Поддержать, послужить, я не знаю, ну, как угодно. Так, как вот Бог дает разные ситуации. Конечно, есть люди, которые приходят десятки раз, много, ну, послушайте, не они приходят, их Бог приводит. Всякий раз Господь их посещает, дая им возможность что-то изменить в своей жизни. И поэтому я сегодня хочу поблагодарить Бога вместе с вами за то, что нас, мертвых по преступлениям, Бог оживил во Христе Иисусе через веру, которую Он нам даровал. Потому что все мы, я думаю, вы согласитесь, были достойны наказания. Слава Господу за это время, за слово. Вы знаете, сейчас брат Витя говорил, я ловил себя на многих моментах в своей жизни, когда я пытался просто внешние факторы показать людям, конечно, свою перемену, особенно на реабилитацию, знаете, после тюрьмы, после лагеря, после четвертого срока, я уже такой укоренелый, матерый, как мы говорим, да, знаете, я на реабилитации пытался манипулировать, и, знаете, у меня четко это получалось, вот тут есть ребята, сестры, братья, кто, может, помнит, какой я был на реабилитации, я вообще не знаю, насколько Господь давал служителям терпения, силы и, знаете, мудрости, чтобы такого, как я, принимать. Слава Господу за Его милость, за то, что Его благодать, она всегда больше моего греха и нашего греха. Жизнь разменя на судне медиком, в любви дешевой, страсти мимолетной. Казалось мне, что там за поворотом я встречу настоящую любовь. Тяжелые ноги разбивая в кровь, и в ссадинах душа моя стонала.
хотелось мне во что бы то ни стало увидеть эту чистую любовь, но разбивались в прах моей мечты. Там не звучала за односким валом любовь, там продавалась, покупалась, хотя была не больше пустоты, но разбивались в прах мои мечты. Там не звучала за односким валом любовь, там продавалась, покупалась, хотя было не больше. И на губах лишь горечь и полынь, ну а душа заброшенный колодец, и не слыхать в нем ласковых мелодий, лишь крики вой в той бескромешной тьме, а нервы как стальные паруса, натянуты к стремлениям целей бренных. Но есть любовь ведь где-то непременно, если не здесь, то где-то в небесах. Любовь сошла, как на песок роса, рукой пронзенный жар страсти снимая, а по щекам сходилась омывая, только капля крови, то ли ее слеза. А по щекам скатилась, омывая, только капля крови, то ли ее слеза, только капля крови, то ли ее слеза. Слава Господу! Знаете, когда-то Господь по милости своей коснулся моего сердца, и знаете, мне сегодня, конечно, стыдно вспоминать свое прошлое. И стыдно о нем говорить. Ну, знаете, когда-то, я такой, ну, будем говорить, как откровение получил, что, слушай, неужели ты будешь стыдиться того, откуда я тебя вытащил? Неужели ты будешь стыдиться того, что я тебя спас? И, знаете, у меня было когда-то в жизни, было общение с человеком, и он, помню, такую аналогию, ну, как пример привел, говорит, слушай, это знаешь, как... Человек говорит, ну представьте себе, человек падает, допустим, с крыши там или тонет, или, ну и ты этот человек, и тебя кто-то спасает. Вот с каким восхищением ты будешь об этом говорить? И я так задумался, слушай, ну реально, я бы, наверное, скакал, плясал, вы знаете, Васька, Колька, Петька, слушай, спас, я бы, ну, упал, разбился, утонул. И, знаете, такое обличение было, что, слушай, тебя Господь спас, вырвал с того говна, извините за выражение, из того, из той грязи, где, ну, не было ни шансов, абсолютно никаких, да, и я должен об этом молчать, потому что мне стыдно. И, знаете, ну, было такое обличение, и с тех пор, слава Богу, знаете, я свободно говорю об этом. Сегодня, знаете, многие люди, братья, сестры, видя меня, поздравляли. Это так было приятно. И я еще раз, знаете, как просто... В сердце свое внутри благодарил Бога, потому что абсолютно ничего не было у меня в жизни, я не какой-то особенный, я абсолютно такой же, как многие из вас, как все мы. И когда-то, делая первые шаги на реабилитацию, приехав, я абсолютно не верил ни во что. Надеялся на себя, на какие-то силы, на внешние факторы, обстоятельства, пытался все показать, там, ну, как по-нашему сказать, понты проколотить, да? Но слава Богу, что в какой-то момент Господь изменил мое сердце. И знаете, сегодня Господь благословил. Сегодня семья, сегодня жена, это человек. Свидетельство. Слава Богу. Его милость, она действительно всегда больше греха. Хочу спеть. Ты со мной, и обратной дороги мне нет. Нет дороги обратно к пустому. Я теперь
по-другому встречаю рассвет. И на все я смотрю по-другому. Совершенно иначе теперь я живу. Я покинул свою волчью стаю, как ребенок сейчас. Я реву и реву, когда милость твою вспоминаю. Ну кому я был нужен, мой Бог, без тебя? Ну кому, мой Господь, ну кому? И слезинки вовсю в небеса попья. Никому, Боже мой, никому. Как же мог я стыдиться тебя, царь царей? Как же мог над тобой насмехаться, будто ты, а не я, был грабитель людей? Будто ты, а не я, был мерзавцем. Эта милость твоя гонит слезы из глаз. Даже камни ты ею расплавил. Я плевал на тебя, но ты меня спас. Да еще ко всему и прославил. И теперь я тебя ни пред кем не стыжусь. Я рыдаю у раненых ног. Это мой Иисус, мой Спаситель Господь и мой Бог. Прошу, мол, я знал о распятом Христе, по наколкам да по анекдотам, но с надеждой воззвал я к нему в простоте. И он вырвал меня из болота. И теперь я стою пред царем всех царей. Я свободен, я в Божьем народе. А из нового сердца горячий ручей, с новой песней в груди и зальется. И теперь я тебя ни пред кем не стыжусь. Я рыдаю у раненых ног. Это мой Иисус, мой Спаситель Господь и мой Бог. Мой Спаситель Господь и мой Бог. Слава Господу, Надя. Слава Богу. Пою эту песню. Тяжело как-то. Слава Богу, Надя, Господь дал какие-то дары. И сегодня я могу славить Господа этими дарами. Наверное, не удивлю вас сильно, и может моя жизнь похожа на Эдика жизнь, на другие жизни, когда мы делали что-то по-своему в моей жизни, с малых лет воспитывались на улице, я не исключение, и знаете, никого ничем не пытаюсь и не стараюсь удивить. В моей жизни также, наверное, как и в многих жизнях, были наркотики, алкоголь, тюрьмы, всякие непотребства, всякая грязь. Но, знаете,
даже вот недавно задавался вопросом, и часто этот вопрос задаю себе, и Богу задаю в молитвах, и плачу, когда задают этот вопрос, почему я? Серьезно, ребята, вот просто задаю вопрос, почему я? Разве я достоин? Вокруг есть, на мой взгляд, больше ну, людей, наверное, более умных, эрудированных, не знаю, подкованных. И я задаю вопрос, почему я, Господь? Вы знаете, я действительно считаю, что Его милость, она просто непостижима нашими умами. И я не знаю, почему Его милость ко мне, она была такая великая. Но знаю одно, что когда человек, как Витя сказал, задается вопросом, что сегодня в моем сердце, кто царь в моем сердце, кто царь в моей жизни, да, знаете, нам есть о чем подумать. Слава Богу, что, знаете, сегодня у меня есть, ну, я несу служение в тех местах, где я когда-то сидел, где я когда-то отбывал, и очень часто вспоминаю, ребята задают вопросы, ну, знаете, как все с подвохом, с недоверием, и я всегда вспоминаю себя, какой я был. Вот тоже, ну что, вот прямо так Господь в твоей жизни, вот все прямо так по полочкам ты так рассказываешь. Ну, слушайте, нет, ну верующим нам тоже же тяжело, тоже, слушайте, проходим какие-то трудности, не прямо все как сказка. Это там, ну, на словах вот так, то есть, если я описал там 5 лет своей жизни, в 10 минут вложился, это же не значит, что в моей жизни нету трудностей, как и в вашей жизни, да. Мы все проходим испытания, какие-то трудности. Вот, и знаете, большое, ну, очень благодарю Бога, и для меня большое благословение служить в таких местах, где люди, ну вот я, знаете, как замечаю такие вещи, когда смотришь, раз пришел на группу, там что-то там, да не, ну что ты нам тут сыпешь, рассказываешь, все, ладно, все, давай, ищи своих. Смотришь на сайт, ну, слушай, друг, извини, как-то, брат, если тебя чем-то, ну, как-то задел, не хотел, ну, вот так в моей жизни, что я тебе буду врать? И смотришь, следующая группа, следующий вторник, и он там. И вы знаете, есть ребята, слава Богу, я действительно благодарен Господу, что мог, это не абсолютно не моя заслуга, но мог быть как инструментом в Божьих руках, и есть ребята, которые сегодня, ну, в них было посеяно именно там в тюрьмах, и я один из тех, и сегодня они с Богом, сегодня они идут в служениях, сегодня они познают Бога, да, ну, то есть Господь их благословляет сильно. Вот, слава Богу. Не знаю, Дик, что еще? Песню, да? Повис на мне грехом смертельный груз, обвила кобра шею мне и душит. Прости меня, спаси, мой Иисус, омой мою запачканную душу. Спаси меня, спаси, мой Иисус, омой мою запачканную душу. Тебе, Господь мой Бог, я прихожу и пред Тобой склоняю я колени. Не миловал, а милости прошу. Сам не прощал, но прошу прощения. Тебе, Господь мой Бог, я прихожу и пред Тобой склоняю я колени. Не миловал, а милости прошу. Сам не прощал, но прошу прощения. Я больше не могу так жить, как жил, и потому к тебе взываю, Боже,
я столько натворил и нагрешил, что суд людской простить уже не может. Я столько натворил и нагрешил, что суд людской простить уже не может. Но я к тебе взываю, мой Господь, последней надеждой ставь мне ты. Я милости прошу, прости меня, Господь, мой Бог, прости. Я милости прошу, прости меня, Господь, мой Бог, прости. Прости меня, Господь, мой Бог, прости. Слава Господу за все, Надя, я даже особо не успел подготовиться так, чтобы, наверное, что-то вам интересное рассказать, так, в словах, я так косноязычен, извините, не красноречив. Вы знаете, сегодня верю, что есть ребята, как и я, которые делают какие-то дела когда-то, и сегодня они делают вот эти первые шаги, в которых есть сомнения, которые задаются вопросом, не играли ли это. Я такие вопросы сам себе раньше задавал и во всем искал подвох. Знаете, в мою жизнь, скажу так, много было лжепророчеств от людей. Знаете, когда говорят, да ты не так сделал, ты не так это вот. Вот как Витя сказал, тебе надо и так делать или тебе сяк надо делать. Тебе надо взглянуть в свое сердце и задаться вопросом, насколько сегодня в твоем сердце Господь и твоей жизнью, будем говорить по-нашему, рулит Господь. Вот это самое важное. Пусть вас Господь благословит. Слава Богу, знаете, брат рассказывал это свидетельство. Я так задумался. Вы знаете, наверное, у каждого из нас своя была помойка, да? Мы же все там были. Кто-то в лагере, кто-то в наркологии, кто-то просто на улице встретил человека. В основном, да, Господь работал в нашей жизни именно через людей. Не так давно друг мой пел песню, она мне очень нравится, называется «Дорога к Богу». Сейчас брат рассказывал Толик про свадьбу. Знаете, у меня у самого вот завтра будет как две недели была свадьба. Я помню точно этот момент, он мне, наверное, надолго запечатлился. Знаете, у меня шком в горле был, я себя поймал на мысли, знаете, как, ну, в ресторане, так вот стол, и уже дальше столики, и много ребят с реп-центра, с других, ну, то есть, слава Богу, вот брат Эдик был, очень много людей было, все радовались, веселились, и я себя поймал на мысли, я, знаете, просто ком в горле был, я задал вопрос, Господи, неужели я, ну, вот, я этого достоин? Как, ну, неужели я сегодня виновник этого торжества? И знаете, такое, даже у меня нет слов, чтобы это передать, но это такие чувства, когда я понимаю, вот как брат сказал, слушай, на какой помойке Бог меня нашел, и что Он сегодня мне дает. Слава Господу. Дорога к Богу каждому своя. Кому-то через горы пробираться, на перевалах падать, сомневаться и в кровь свои ладони разбивать. Кому-то нужно крылья мастерить, чтобы взлететь над пропастью порочной, кому-то дать анестезию срочно, чтоб боль души кричащей залечить. У каждого из нас своя судьба,
каждого из нас своя дорога. И Гефсимания у каждого своя. Но лишь одна на всех у нас Голгофа. У каждого из нас своя судьба. У каждого из нас своя дорога, и Гефсимания у каждого своя. Но лишь одна на всех у нас Голгофа. Кому-то нужно скорби пережить, и за колючей проволокой у ночи, чтоб увидать через решетку очи того, кто хочет небо подарить. Кому-то нужно крест тяжелый дать, чтоб отвернуть от смрадного болота. О, как жестоко это, скажет кто-то. Но это путь, и это благодать. У каждого из нас своя судьба. У каждого из нас своя дорога. И Гефсимания у каждого своя. Но лишь одна на всех у нас Голгофа. У каждого из нас своя судьба. У каждого из нас своя дорога. И Гефсимания у каждого своя. И лишь одна на всех у нас Голгофа. Но лишь одна на всех у нас Голгофа. Рады всех видеть вас. Меня зовут Сергей. Мое короткое свидетельство. Не буду много времени занимать. Я родился сам здесь, в Молдавии. 94 года мы с семьей все уехали в Америку. Меня слышно? Все мы уехали в Америку, родственники все в Сакраменто, Калифорнии. Там мы начали бизнес один маленький, и, ну, начали жить нормально. В 13 лет я уже, можно сказать, тоже, как и брат Эдик говорил, уже свой путь выбрал и начал и бегать за курением, и за воровством, воровать начал. Ну, в 17 лет уже первый раз в тюрьму сел. Уже наркотики пробовал, уже и разные разборки начались, уже с пацанами собирались, с черными вырос, можно сказать. Все всякие банды свои имеют, и, ну, нехороших друзей выбрал. В 19 лет меня хотели посадить на жизненный срок. Вы делали, короче, одну нехорошую вещь, одного человека похитили, и за этим еще ограбили один магазин, за этим месяц прошел, как кто-то записал мои машины номер, и приехали полицейские домой, всех разогнали там, короче, брат убежал, меня поймали, ну и посадили, короче. 4 года я в тюрьме просидел. Решают твое преступление. Значит, у меня русский язык не очень. Подследствие. Да. Ну, 4 года я сидел в тюрьме, ни солнца, комната только. Ты и один человек. Так что много времени имел, чтобы подумать за всю свою жизнь.
Говорили, что тебе мало шансов, потому что все есть на видеокамере. Трое свидетелей есть, так что много шансов тебе нет. Так и так, Господь помилуй. Ну, пришел на пробу. Проба — это как трайл, где присяжные приходят, 12 людей, граждане, и решают твою судьбу, можно сказать. Меня обвиняли 11 виновных, а один невиновный. Этот человек, я до сих пор не знаю, откуда он взялся, он вообще даже сам не хотел там быть. И он 3 дня за меня боролся. И как-то он ни разу на меня даже не посмотрел, хотя как-то уже понимал, что это он был, но говорили, что один человек там не согласен со всеми. Ну и вот так 3 дня назад приходил, ну есть и работа своя, и колледж, и он сам сразу сказал судье, что он не хочет там быть. Ну и вот так Господь его послал, как я вижу теперь, лишь на его, чтобы мне не дать этот срок. После этого мне дали 8 лет, как с радостью я это принял, отсидеть хорошо. Ну и вот в конце уже этого мне уже как выпускать меня, меня ставят из наручников назад в другие наручники. Тебе уже теперь преступление, потому что тебя хотят депортировать. Ну уже смирился, потому что домой иду. Смирился и назад в тюрьму. После этого посидел еще 1,5 года, все время размышлял, и как-то Господь, я думаю, уже положил мне на сердце в том, чтобы задуматься, а если на самом деле тебя депортируют, потому что у меня все вот в Америке живут, родители, у меня много родственников здесь, все в Молдавии прожили, и почему-то, как я вижу, Господь, я не думал, что меня когда-то смогут депортировать, и мама сколько молилась, и сколько вот церквей там очень много, не знаю, сколько тысяч людей молились. Вы знаете, как вот пишут, что вы молитесь, но вы не знаете, о чем вы молитесь. Вы молитесь, чтобы получить свое. То, что вы по своему пониманию размышляете. Но у Бога есть вообще другой план. Он по-другому смотрит на нашу жизнь. Он знает, что если меня там отпустят, у меня все есть. И не знаю, как долго я бы там продержался. Ну, вот приходит день, я с мамой посидел на свидании, там через стекло, телефон только. И маме задаю вопрос. Мама говорит, все молятся, мы надеемся, все будет хорошо, есть адвокат, и второй адвокат, и, короче, вся система. И маме задаю просто вопрос, говорю, а что если на самом деле просто меня депортируют? А мама, ты что, даже не думай такое, ты ни в коем случае не думай, что даже такое может быть. И говорю, ну на самом деле подумай, потому что это жизнь. Кто думал, что я буду 8 лет сидеть? Так что это реальность. Мама, нет, 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 такого не будет, даже не думай. Посидел где-то еще пару месяцев и думаю, мама, короче, давай, еще один вопрос есть. Вы говорите, вы хотите, чтобы я там вышел, хотите одно для меня, но подумали ли вы, что я хочу? Мне уже просто здесь же надоело. Я знаю, что если меня отсюда выпустят, мне никакого шанса уже больше нет. И там еще один закон есть, что 3 страйка, если получаешь 3-й страйк, тебе автоматически ставят пожизненному сроку. Это за любое приключение, то есть садят тебя в тюрьму, и все. Ну и меня было вот уже 2. Ну, вот Господь меня отправил сюда. Здесь у меня было такое, как экспириенция, по-молдавски, кажется. Да, опыт, ну, переживание одно, да. Здесь я жил нормально. Деньги были, квартира есть, все нормально как-то, но ничего, кажется, ничего не нужно. Я молодой парень, только что вышел из тюрьмы. И вот так мне происходит один такой день, что мы сидели с друзьями, пили пиво, и как-то на меня просто напало в том, что
Вот я чувствую, что у меня что-то дышит так, душит. Я не понял, что за ерунда, у меня такого еще никогда не было. Просто как будто меня просто заклинило в горле и не могу дышать. Я ребятам говорю, они думают, хи-хи-ха-ха, как будто все нормально. Но я сначала испугался конкретно и думаю, что это такое. Не могу дышать, как-то старались, но не получается. Из этого всего я уже понял, да, понял, что это такое, вот у тебя есть последних пару секунд на этой земле. Я как-то испугался сильно. Ребята все сидели вокруг, как-то знают, что происходит. Я поймался за горло, и все, мне уже темнеет в глазах так. И последнее помню, что я думаю, да ты что, вот и как конец тебе в жизни. Я не понимал из чего, не знал, что такое. Ну, когда я уже понял, что вот тебе и конец, как-то все прошло, расслабилось. Я только помню, я на полу, и друзья вокруг такие, что такое, что случилось? Я говорю, я сам не знаю. Я говорю, нет, это просто ты что-то курнул или что? Я говорю, такой курнул. Ну, это первое. Второе. Во сне слышал голос. Сколько раз ты еще будешь играться? Сколько раз тебе еще говорить? Я сам-то лично с крестьянской семьи, но в жизни я никогда это не принимал, меня не интересовало. В моей голове это всегда было что-то заработать, кого-то обворовать, с кем-то подраться, с кем-то поссориться. Чем побольше себе построить репутацию. Сакраменто там все боятся русских, русскоязычных людей, все знают, кто мы такие. И вот растешь вот в такой человеческом понимании. Но здесь вот Господь меня убрал от этого всего, все, что мне мешало в жизни. Поставил меня сюда. И здесь вот уже, не знаю, вот этот период перешел. И как-то все те вещи, что я ненавидел делать, оно повернулось в том, что теперь я без этого жить не могу. То есть я Библию читаю, я не мог Библию читать. Просто почитаю главу одну, старался как-то в тюрьме, я хоть знал, что здесь что-то мне нужно делать, потому что здесь как-то тебя Бог освободит. В тюрьме как-то пробовал каяться, но ну, просто не было мое. И понимаю, что мое покаяние было только в том, что Господи, освободи меня из тюрьмы. У меня еще жизненный срок светит, и я знал, что мне нужно покаяться. Но это покаяние было только, что меня освободили. Теперь здесь, не знаю, что вот так Господь коснулся и поменял полностью новый образ жизни, новый смысл в жизни. Новые цели вообще. Я не взял телефон. Серёг, дай мне телефон, пожалуйста. Вот как в Римлянам, как вот пастор Витя говорил, образуйтесь на... Прочитаю. Римлянам 12 глава, 1 стих 6. Открывается. Сейчас, я на секундочку. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая и угодная и совершенная. Да. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И вот так Господь вот поменял на мои мысли. И вот я работал раньше с людьми, те верят в эволюцию, те верят в свидетели Иеговы, но нигде, ни в какой вере, никакой религии нету новорождения. Я лично сам это пережил, что такое новорождение.
И у меня вопросы вот всем людям, все христиане, кто находится лично, пережил ли ты новорождение в образ Божий? Чем мы живем в нашей жизни? Чем мы занимаемся всем остальным нашим временем? Как здесь в Молдавии, вот любого спроси, все верующие, все верят, все знают, что Бог есть. И когда не спросишь, веришь ты в Иисуса Христа, все говорят, да, я верю. И вот что такое вера? Вот я слышал один раз, не знаю, может кто-то другой тоже слышал. Вот такой маленький пример, что это такое вера. Был один момент в Америке. Один человек, как экстрим разные дела, поставили такую длинную веревку через Ниагара Фоллс. Это водопад такой большой, что высокий. И делали рекламы везде, что будет один человек без страховки, без ничего, будет переходить через эту веревку. И кто хочет, приходите, народа собирали, все, ну, приходит день, рекламировали, приходит день, собрался народ весь, и человек говорит, кто верит, что я пройду через всю веревку, без никаких страховки, подохранения, ничего, кто верит, я перейду. Все как-то сомневались, что обычно делает страховка какой-то. Но человек взял, перешел, тихонько перешел до конца. Все похлопали, аплодисмент. Хорошо. Говорит, теперь кто верит, что я назад могу и сальтом делать назад? И все как-то, не-не-не, так невозможно. Ну, человек идет, делает и сальтом ковыряется. И сальтом перешел через всю. Все, да ты что, человек просто супермен. Человек просто все может. Потом говорит, кто верит, что я могу любого человека из вас перенести в этой тачке, на этой веревке. И все такие, о, я верю, если ты из сальто, если ты перешел без страховки, все, абсолютно все верят. Говорят, хорошо, кто первый поднял руку, садитесь в тачку. И все вот так, оп, и руки опустили. И здесь вот стоит вера. В чем твоя вера заключается? Ты говоришь, ты веришь, но готов ли ты садиться в тачку? Пусть тебя Христос перенесет. Доверяешь ли ты жизнь свою, отдать все свое, весь страх положить сюда, и пусть тебя Христос перенесет. И только один человек, кто сел в эту тачку, это был его сын. Если мы, как считаемся, дети Божьи, должны доверить Богу, садиться, пусть Он нам рулит нашу жизнь. И маленький такой пример. Ну, слава Господу, слава Богу, теперь я здесь, у меня вот жена уже есть, ребенок скоро будет. Честно сказать, да, не думал, что моя жизнь так вот повернется, но эти перемены просто не останавливаются. И слава Господу, слава Дому, будь прославлен Господь наш Иисус Христос. Каждый из нас стремитесь к Богу. Кто в реабилитации, стремитесь, изменения ждут только впереди. Отдайте всю свою жизнь Богу, доверьте Ему. Садитесь так же, дайте, пусть Господь вас поведет. Будьте благословенны всех вам. Аминь. Я хочу прославить Господа. Вы знаете, я тоже в своей жизни 15 лет назад уверовал в Бога. И раньше я писал музыку, песни для мира, да, исполнял их. А когда я уверовал 15 лет назад, то начал писать для Господа. Но, как говорит Павел, это не я потрудился, а благодать Божия во мне. Я хочу сегодня исполнить вам две песни. Одна из них, вот как раз парень говорил нам, что Бог говорит, часто к нам обращается, а мы его не слушаем. Мы слышим голос, но не идем к нему. И это песня кающегося грешника. Тебе известны, Боже, мои тайны.
прости ты меня, грешника, прости. С тобою наша встреча не случайна, ведь ты меня, как сына, возлюбил. Ты звал меня, а я тебя не слушал. Ты приглашал, а я не приходил. Я распинал тебя греховной жизнью, а за меня ты кровь свою пролил. Ты омыл меня своею кровью, ты укрыл меня своей ладонью. Ты прости грехи, от всех грехов меня избавил, и жизнь вечную ты мне оставил. Тебе, мой Бог, я даже не стремился, но ты все время терпеливо ждал, пока мой дух во мне остепенился, и я к тебе с надеждою воззвал. Благодарю, что ты меня услышал, и милость подарил ты мне свою. Благодарю, что не считаешь лишним, и мне даешь небесную семью. Ты омыл меня своею кровью, ты укрыл меня своей ладонью, ты от всех грехов меня избавил, и жизнь вечную ты мне оставил. Ты омыл меня святою кровью, ты покрыл меня своей любовью, ты сказал, что больше не оставишь, и жизнь вечную ты мне подаришь. Боже, мои тайны. Аминь. Аминь. Извиняюсь, что первый раз на этом месте. И следующая песня поется о том, что мы часто надеемся сами на себя, да, люди надеются на людей, а Бог говорит, не надейтесь на человека, надейтесь на Бога. И у каждого в жизни есть что-то свое, да, кто-то богат, кто-то имеет вес в криминальном мире, да, кто-то в политике и так далее. И каждый думает, что я все могу в этой жизни. Но Бог говорит, что мы без Него не можем жизнь прожить, что мы пустота легче воздуха. Не надейся прожить без Бога. Не надейся ты себя. Ты без Бога немного весишь, легче ты даже, чем пустота. Богу ты обратись, попробуй, Он простит, Он ведь любит тебя. Там, где ты, мой Бог, там уж нет тревог, и лишь на тебя я надеюсь. Точно знаю я, ты просил меня, подари мне спасение веру. Твердо знаю я, ты просил меня, подари мне
веру, не надейся прожить без Бога. Без Него жизнь одна суета, не копи на земле. Остался без родителей, меня взяли под опеку мои дядя с тетей, они с Молдавии. Ну, так сложилось, что долго я с ними не прожил. В 12 лет я убежал из дома и начал шататься, короче, по разным местам, заниматься криминалом, воровать, грабить. В 14 лет меня, естественно, по закону уже могли закрыть. Я отправился на малолетку, и только спустя 8 лет я смог выйти оттуда. Ну, уже дальше продолжил свою криминальную карьеру, там, познакомился с тяжелыми наркотиками, с разными ненужными людьми. Ну и вся жизнь, она была как в один день. Как бы. Мне казалось, что много людей проходят через меня, там много событий, я весь в движениях. Ну, все это в один день. Вот сейчас смотришь назад, ну, все в один день прошло. То есть менялись только лица. Казалось бы, события как бы менялись, но все было одно и то же. Попав на реп-центр, ну, я не искал Господа, ну, как многие из вас, может, пришел там как-то перекумариться, там, не знаю, спрятаться от кого-то. Но был момент покаяния, и первые молитвы, которые у меня были к Господу, я просил, ну, не то что чудо какого-то, но какого-то знамения, ободрения, чтобы, ну, я не верил где-то в него, где-то ненавидел из-за того, что так жизнь сложилась, что остался без родителей, но Бог меня услышал. Более того, Он начал отвечать на мои молитвы, начал посылать ободрение,
и начал кардинально менять мою жизнь. То есть покаялся я 17 февраля, но за этот промежуток у меня есть больше рассказать, чем за 30 лет, что я прожил. У меня есть больше рассказать, чем... Ну, он работает в каждом дне, он слышит, когда я взываю к нему, он дал мне то, что я не мог добиться столько лет. У меня появились документы, я до этого не имел ни паспорта, ничего. У меня есть на сегодняшний день, у меня есть семья, у меня есть работа, и это не предел. Слава Богу за то, что он меняет таких людей, как я, и за то, что он верен. Он верен в каждом дне. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Я хочу исполнить один псалом. Как вот у брата. Все начинается с молитвы. Я хочу исполнить. Thank you.
Ну, я родилась в городе Бендерах, в Приднестровье. Что сказать? Уехала в 17 лет в Москву, в 18 сошлась с первым мужчиной. От кого родила ребенка, мальчика. Мальчику сейчас на данный момент 15 лет, сыном. Он живет с моей мамой. Как бы я приехала на реабилитацию из-за того, что сошла с хорошего, с нормального пути образа жизни. Начала выпивать, сошлась с мужчиной, прожила с ним 5 лет. Хочешь, не хочешь, выпивала, потому что некуда было идти, и жила с ним зависимо от него, естественно. Вот. Где пьянки, там и побои. К маме было вернуться очень эгоизм не позволял. Как так, маме на поклон, не понимала, думала, молодая, еще все успею. А успевать не успевала день за днем, а там, глядишь, год, потом неделя за неделей, еще 2 года, 3. И, в общем, 5 лет, как бы, можно сказать, я с сыном, в принципе, не общалась. С мужчиной жила, он выпивал страшно как, я за ним. И пришли, докатились до того, что уже жить было невыносимо, тяжко было. Даже стыдно было выйти во двор, за калитку перед соседями, что образ жизни такой, вид, конечно, не позволял. Вот, на работу не устроишься, кто в таком виде возьмет, да, даже если не пила месяц, полгода, все равно вид далеко не уйдешь. День выпила, месяц-два, надо прийти в себя минимум, как бы. Вот, и докатились, что я поставила условия, или мы расходимся, или меняем кардинально, уезжаем оттуда, меняем образ жизни. В итоге, как бы, через его маму, от его мама посоветовала, она ходила в церковь, баптистам, там работала охранница. Она посоветовала, позвонила Сергею Лопатенко и посоветовали уехать в реп-центр. Вот. Мой первый год, это было бы 1,5 года еще назад, мы испугались, как бы мы не расписаны с ним, жили в гражданском браке, и испугались, что раздельно жить, может, по реп-центру женский, не вместе, как бы. Вот. И не поехали, откладывали. Вот. В итоге, естественно, пошли побои сильнее. Я думаю, или я останусь калекой, или он убьет меня где-то, не знаю. А у меня еще ребенок, я еще молодая, 35 лет, как бы жить, и внуков еще хочется понянчить в будущем. Вот. И в итоге все-таки решили съехать в реп-центр. Ну, скорее, я уже не выпивала, как бы, и уже отошла. Ну, не так, конечно, как надо, но все равно по боли. И все равно решили ехать, вот, и приехали. В общем, привезли нас в реп-центр. Ну, оказалось, что он сразу же в этот день отказался, уехал обратно, а я осталась. Как бы не ожидала я, что я так останусь. В общем-то, из-за него как бы думала его больше поменять, а где он там и я более стабильно. Вот. Ну, получилось, что я осталась. Уже будет вот 10 числа следующего месяца, будет 1,5 года как. Еще, думаю, до весны, может быть, как-то... Как бы хочу крещение принять. Зимой, не знаю, допустим, или как. Надо по знаниям, я сама понимаю, что знаний за 1,5 года не наберешься. Как бы Библию на служение мы ходим. Мне нравится, когда Василий Иванович проводит, он более опытный, как бы в этом и интересно. Читаем Библию. У нас в реп-центре 2 женщины, как бы остальные дети. Хотелось бы, чтобы были у нас занятия побольше, более усиленнее, как бы, чтобы познавать, узнавать. Что я могу сказать, что дух. Он действует, я это чувствую, я чувствую Божью руку над собой, как бы стремлюсь. Хочется жить нормально, хочется с Богом, с Иисусом Христом. Не знаю, очень много размышляю и чувствую, что к лучшему, что в хорошую, в лучшую сторону. Знаю, что с ребенком 5 лет я потеряла, но и чувствую также, что я уверена больше, чем что я найду общий язык. Он называет меня мамой, не отказывается от меня. И моя мама, как бы, я приходила 2 раза, перед отъездом была буквально. И мама как бы общается со мной, действительно, да, ее слова, я вот говорила, не стесняюсь этого. Мама говорит, приходи, только не в пьяном виде, не подвыпившая. Естественно, какая мать хочет видеть своего ребенка не в хорошем виде, как бы, в свете. Вот. И уверена, что мы помиримся, найдем общий язык, буду каяться, на колени встану перед ней. Вот, с ребенком наладится все, он мальчик взрослый, умный, у меня воспитанный, как бы учится на отлично в кадетах. Вот, прошу Бога о помощи, все, полагаюсь, чтобы все на него, на Бога. Как будет, как он даст, так и буду принимать все, что у меня в жизни будет. Вот.
Вот, а прошлое все закончено. Не хочу не возвращаться ни в город тут, хочу все новое. Новый круг общения, церковь, как бы познавать и идти к лучшему, на всю волю Божью. Того, чего я вам желаю всем. Спасибо. Я когда-то сказал, вот сейчас Наденька сказала, я не хочу больше так жить. И вот как раз Господь навевает такое, чтобы я исполнил. Простил мои грехи.
Хвала Господу. Приветствую вас, дорогая церковь. Я из Единицы, меня зовут Олег, мне 47 лет. У нас жизнь меняется благодаря Иисусу Христу. И однажды Господь поменял и мою жизнь. Я еще только родился, в трехмесячном возрасте я был отдан с бабушки и дедушки на воспитание, как мои родители начали сильно выпивать. Они жили в Казахстане, и там как климат мне не позволял, еще соседи говорили, что они издеваются, но оставляют меня, я плачу аж с ней. И позвонили в Молдавию моей бабушке, бабушка пришла и забрала меня в Молдавию. И они из моей жизни исчезли. Знаете, так проходя года, я поступил в школу, закончил 8-летнюю школу, потом 3 года с ПТУ, потом призвание в армию. И так как после армии каждый человек хочет поменять свою жизнь, стать счастливым, найти спутницу жизни, я повстречал женщину, которой мы с ней как бы сошлись в той жизни, да, но еще не будучи расписаны с ней, я стал жить у нее дома. Думали, со временем мы распишемся, но время до расписания не дошло. У нас родились дети. Ну, как бы в каждой семье, которые строят свое счастье, а не на Божьей, то есть в Божьей семье, оно разрушается. В нашей жизни начались ссоры, скандалы, непонимания. Еще молодые, еще не тот характер, не познал ее, она мной. И мы просто, будучи 7 лет вместе, мы расстались. Мы расстались, но каждый из нас не шел на встречу, чтобы как-то уладить свою жизнь, простить друг перед другом. Я был гордым, она была гордая, но по вине наши дети страдают. И давайте согласимся, оно так. Потому что мы, как родители, мы создаем этих детей на свет, потом они страдают за нас. Знаете, я начал заливать водкой свою эту жизнь, знаете, в прошлом. Говорит, все, мне достала эта жизнь, я больше не хочу жить. Говорит, жена в одну сторону, я в другую сторону, дети, будучи с ней. Я сильно начал пить. И те друзья, которые были около меня, они говорили, слушай, братан, как в мире говорилось раньше, да успокойся, давай иди с нами за столом, сейчас ты забудешь все, что в твоей жизни именно сейчас, в эту секунду. Я просто заливал алкоголем, ничего не думая о завтрашнем дне. Но завтрашний день она наступала, но та мысль, которая была в этот день, который я начал выпивать, она мне преследовала на следующее утро. Я так начал пить, что я очутился на городской свалке города Единицы. Там была старожилая будка, без окон, без дверей. И вот я стал моим домом, эта будка. Знаете, как раз время было уже к зиме. Я очутился там. Еще при светском образе жизни мне сделали операцию на левую ногу, как у меня была авария с трактором, я упал, и мне, кость, она начала делаться как песок, и просто она у меня удалилась. Уже перерывала бедро. И мне сделали операции в Узбекистане, как раз в Молдавии этих протезов не было в то время. Вот. Я почти не мог ходить, я просто на палочке железной ходил по мусорке и собирал себе на пропитание. По проволочке как раз в то время начали собирать алюминий, там, медь. Я вот по проволочке собирал, там, сжигал, чтобы на хлеб, до сигарет и на выпивку, конечно. Думал, все, крест, я больше не хочу жизни. Да и куда уже идти? Знаете, и вот в один прекрасный день, но когда наступала ночь, я задавал себе вопрос. Себе самому потом говорю, Господи, если ты есть, как-то скажи мне, покажи мне, что ты существуешь. Как бы мы раньше верили, да, как были научены со своими бабушками, дедушками, в церковь шли. Но это не важно, мы как-то знали, что где-то он есть. Но как сейчас понимаю, и как сейчас чувствую, вижу, что он поменял мою жизнь. Знаете, я взывал. В Иеремии 33:3 говорится, воззри ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, что не знаешь ты. И знаете, вот я в каждую ночь взывал.
В один прекрасный день на свалку приезжает братья из церкви «Свет миру» с города Единцы просто выкинуть мусор. Знаете, а Бог посылает своих учеников везде, в любых селениях, в любых точках, где они есть. И вот они услышали мой кашель там, будучи на этой свалке, что я закашлял. Они просто подошли ко мне и говорят: «Почему ты здесь? И по какой ты здесь находишься? Что случилось в твоей жизни?» Знаете, я впервые почувствовал страх. Знаете, какой страх? Я смотрю на них, но они начинают мне говорить: «Слушай, ты не бойся. Бог тебя любит, и Бог хочет, чтобы ты не жил этой жизнью. Есть для этого время, чтобы ты поменял себя. Есть какой-то реабилитационный центр, где Господь создал то здание, чтобы силы такие, как ты, были там». Говорит, и говорят мне: «Ты хочешь как-то поменять свою жизнь?» Я, знаете, задумался, но в первый раз, что я почувствовал глубоко в своем сердце страх этот, что они хотят от меня. Я бомж, а с бомжами сейчас многое случается. Их просто убивают и зарывают, а я тем более на свалке. Но знаете, я в них увидел свет. Аллилуйя, это Божий свет. Вы же люди от Бога, которые посланы были. Знаете, я почувствовал от них теплоту. И они мне сказали: «Мы даем тебе время». То есть Бог дает тебе время, но мы придем за тобой. Только готов ли ты? И говорит: «Возьми, запиши номер на стене». Я взял гвозди, написал этот номер, который дал мне пастор Вадим. Говорит: «Если ты надумаешь, позвони по этому номеру». Знаете, возлюбленные, я не дошел, чтобы звонить. В один прекрасный день, спустя несколько дней, они приехали ко мне, я обрадовался, но они принесли мне коробку с продуктами, а я там на свалке готовил, что находил, я не стесняюсь, находил хлеб, находил с барышни, если я вытирал, промывал, и там себе вот так по стене, выходя из будки, я готовил на кирпичах консервную банку. Бог говорит: «Не стесняйтесь никогда той жизни, которой вы жили раньше, потому что я знаю». И я не стесняюсь говорить, я жил этой жизнью. Самое главное то, что я знал и говорил: «Господи, я вижу, что ты ответил на мою молитву. Ты показал себя через этих людей. И я готов». Они ушли, пришли на третий раз и говорят: «Готов ли ты?» А я последнюю сигарету скурил и кинул. Говорит: «Я готов». Приезжая в реп-центр, я увидел много братьев. Село Куканешки. Знаете, что я увидел в них? Этот свет. Эту любовь, окружение, которое я попал в нем. И каждый стремился ко мне, кто рубашку давая мне, кто носки, знаете, кто ситер, кто штаны, кто обувь. Вот тогда с того дня я стал одной из семьи Божией, которую я почувствовал, что здесь Господь Бог. И всех нас соединяло, знаете что? Что мы все хотели поменять свою жизнь. И вот вечера каждый из них рассказывал мне свою жизнь. Кто-то алкоголя, кто-то от наркотики, а кто-то просто бомж, как и я. Знаете, я в 2013 году принял Христа. Теперь я служу в доме молитв, Словом Божьим. В зимний период я кочегаром. И также у нас в церкви есть кормление для цыганского народа. Детей их мы кормим два раза в день. Это утром и в обед. Я поваром. Я благодарю Бога за то, что Господь меня нашел в то время, когда я взывал к Нему. В то время Он мне дал новую жизнь, и Он привел меня в свою семью, дал мне новые одежды, омыл своей кровью. Я сегодня благодарен Ему за то, что я сегодня среди вас. И что у меня раньше было мало братьев и сестер, у меня сейчас есть очень вас много. Я благодарен Богу за эту семью, что у меня есть дорогие друзья и братья и сестры. И хочу ободрить тех ребят, которые в лице. Идите за Господом. Господь омывает, Господь дает тебе новое имя, новые одежды, дает тебе призвание. И самое большое призвание, и самая большая честь для нас, мы Его дети. И мы спасены только Ему. Аминь. Слава Богу. Друзья, братья и сестры, я так переволновался, и когда вышел, спел псалмы, я себе ничего не сказал. Меня зовут Константин, я прошел реабилитацию уже полтора года тому назад в селе Полария.
Вот. Дом надежды. Это по-молдавски не помню. Касса. Спиранса, по-моему, да? Вот. Я там прошел реабилитацию. Вот как брат до этого говорил. Олег, да, вас зовут? Брат Олег. Я, Бог благословил, я сочинял псалмы. Вот то, что я сейчас пел, это Бог благословил, не я сам их сочинил. Вот. И я хочу сказать, что я так благодарен Богу, я сейчас волнуюсь, но радость переполняет мое сердце, и душа моя радуется, потому что, что я переживал, у меня грех отнял все, практически все, то же самое. У меня была жена, вот недавно я, Бог благословил, что я поговорил со своей дочерью, ей исполнилось 23 сентября, 19 лет, она учится в авиационном институте, девочка умненькая, я так понял, но я ее не вижу уже 10 лет. Ну, 4 года, я 4 года тому назад разговаривал по телефону, тоже так чуть-чуть общались, я был выпивший. И на этом все. И вот только вот недавно я, все у меня, все восстанавливается. Потихоньку. У меня есть крыша над головой, какая бы она ни была. У меня жизнь, я сейчас в служении, тоже у нас по четвергам, там я сам из Тирасполя, вот. По четвергам проходит служение. Я провожу служение с теми же, каким я был сам. Вот. Они приходят, ребята кушают. И, правда, а тоже маленькое служение, маленькое, короткое, на полчаса. Но эти полчаса я стараюсь как-то, Бог благословляет, что-то сделать. Вот Василий Иванович, Василий Георгиевич, свидетель, они как раз пришли и посмотрели, как это. Оно только недавно у меня началось, только вот три служения провел. И слава Господу, то, что Он делает и творит чудеса с такими, как я, и здесь ребята сидят тоже. Я благодарен Иисусу, что Он сделал в моей жизни то, что я как-то вспомнил, то, что я мечтал проснуться на каком-то необитаемом острове, чтобы я не знал ни водки, ни сигарет, ничего плохого. Но это произошло только по-другому немного. Я попал в село Полярье, там было всего лишь, там, не знаю, 40 жителей. Вот, и никаких водок, никаких сигарет рядом, ничего. Слава Богу. Вы уж простите меня. Слава Богу. Слава Богу. Ну, это ненадолго, я верю. Сразу хочу сказать, что я убежал с больницы, 3 дня назад мне делали операцию, и типа, не из легких, как в больнице, я сейчас лежал под наркозом. До сих пор кажется, что наркоз не отошел еще, и поэтому, если я где-то рывками буду говорить, вы уже спешите все на наркоз. Эдика Хачатурова кто знает? Вот я его друг, и поэтому мне дали 15 минут, так что наблюдайте за часами. Наверное, я такой счастлив, потому что я друг Эдика Хачатурова. Слава Богу! Что я вам хочу сказать о себе? Меня зовут Анатолий. Знаете, когда приходят новые люди на реабилитацию, я говорю, меня зовут брат Анатолий, ну если можешь сокращенно, если хочешь, можешь сокращенно говорить брат Ан, брат Анатолий. Братан, и все, говори, и все нормально. Слава Богу, так что меня зовут братан, слава Иисусу Христу. Я служу в городе Бендеры, в реабилитационном центре, а также параллельно я служу высвобожденным евангелистом от Одесской церкви Новый Иерусалим, в городе Тирасполе и помощником пастора. Вторым пастором в Новом Иерусалиме, в городе Тирасполе, 30 июля было открытие церкви. Значит, что я хочу рассказать о себе? Я был, конечно, ничтожеством полным. Вы знаете, вот когда бандиты бывшие выходят, ну, проповедовать там, и свидетельствуют, им все говорят, вот я там, и начинают такое тра-та-та на 30 минут рассказывать о том, о их недостоинствах, какие они были крутые. Я вам скажу, что я был тварь дрожащая такая, знаете. И только благодаря тому вот этому страху и трусости я, наверное, был там в первых рядах, потому что я первый бил, чтобы, знаете, никто моей трусости не увидел. Ну, тогда кто бы о себе сказал, что он трус? Знаете, даже этой смелости бы не хватило. А вот Господь сейчас дает сказать, я был самым страшным трусом, первым негодяем. И вот пастор сегодня говорил, Витя, такие слова, грязи в сердце, знаете, сердце это такая помойка настоящая. И, значит, в 16 лет я первый раз познакомился с тюрьмой, я ушел туда
90-килограммовым парнем, который занимался полканиями драмитания молота. Ну, я очень сильно бил. У меня была печка Кувалда, была печка Татарин, ну, еще какие-то там Ван Дам и все такое прочее. Ну, занимался рукопашным боем по стилю Кадочникова. Вот это, если понимаешь, что это такое, это нужно просто освобождение от этого всего, было, в буквальном смысле слова. Потому что это все замешано на духовном таком, знаете. Ну, скажу, что когда ты умеешь бить людей, это начинает доставлять радость. Ну, знаете, когда ты нерожденный свыше человека, когда ты обычный негодяй, для тебя это просто вызывает удовольствие. Когда ты умеешь бить, бьешь. Ну и вот, знаете, я много людей бил в жизни. Много я получал, конечно. Ну, я не о том, простите меня. Вы простите, все скидывайте на наркоз, который еще не пошел. И вот так вот. Что я вам хочу сказать, что я провел в тюрьме 24,5 года в местах лишения свободы. И эти годы все прошли в настоящей войне. И, ну, это была в первую очередь, конечно, война с самим собой. И вот я освободился из мест лишения свободы в очередной раз. И это было 11 декабря 2010 года. И мне был вопрос такой, ну куда мне идти? Сам себе задал такой вопрос. Куда мне идти? А я уже был знаком с Господом, я читал Библию в местах лишения свободы, приходили верующие, посещали нас. Я там даже покаялся. Ну, покаялся как был верующим, знаете, каким? Таким, что мог еще и дать, знаете, если что-то не так. Вот если кто-то не верил тому, что я говорю, я мог еще и поддать, знаете, так. Ты что, в Иисуса не веришь? Ну, как дам тебе, знаете. Вот так вот, таким был верующим. Ну, и нужна была реабилитация. И Бог так устроил, буквально в смысле слова, что я попал в город Хмельницкий на реабилитацию. Я освобождался с места лишения свободы из поселка Городкивки и приехал в город Хмельницкий на реабилитационный центр. А как я туда попал, я вам сейчас расскажу, это настоящее чудо. Я освободился с места лишения свободы и вышел напротив вот так вот кафе. Это село Городкивка. И, знаете, транспорт не ходит на Вапнярку, там, ну, очень редко, только попутный транспорт. И такая крошка, 11 декабря, знаете, крошка в лицо бьет, такая, ну, у меня, знаете, в пакете целлофановом Библия и больше ничего, и 300 гривен в кармане. И мобильный телефон со складом не отдали, я пошел в кафе заряжать телефон, и сам сижу и молюсь Господу, мне страшно, в Приднестровье я был в розыске, за то, что с гранатомета дом расстрелял еще 10 лет назад, и знаете как, ну некуда ехать, в буквальном смысле слова, некуда ехать, все меня ищут, все мне нужен почему-то, нужен был всем, и прокуратуре, и бандитам, и кому только не нужен был, и в общем, ну и молюсь Богу, вот так, пошел в кафе, сел, заряжаю телефон и молюсь Богу. А в соседнем кубрике, там, кафешки, там, освободились, которые ребята со мной в один день, тоже сидят, только уже выпивают. А я молюсь Богу, говорю, Господи, куда мне идти, что мне делать? И ко мне подходит один братан и говорит, братан, идем с нами, там, по газу дадим-то, нормально все, потом на Вапнярку поедем. Я говорю, нет, на Винницу, там, туда-сюда. Я говорю, нет, я не хочу. И, в общем, отшил я его и сижу, молюсь Богу. И вот говорю, Господи, куда мне ехать? И первый раз я четко услышал слово Бога. Вот слово, как я говорю сейчас вам, мне сказал Господь, едь в город Хмельницкий. Ну я чуть со стула не упал. Представьте, Господь вам так скажет. Едь в Хмельницкий. И я такой не понял. В Хмельницкий едь, поднимайся сейчас и едь в Хмельницкий. И я оставил все, вытянул телефон зарядки и иду по трассе, вышел на трассу и говорю, Господи, если это ты мне сказал, то дай знак, пусть машина остановится. И останавливается москвичок на комбе какой-то там и говорит, брат, тебе на Вапнярку, давай я тебя подвезу. Ну и подвезли меня на Вапнярку. Это очень чудо было, в то время как раз освобождались, когда, знаете, когда по условно-досрочному или там по концу срока кто-то освобождается, ну видно сразу, что местным жителям видно, кто это такие, ну и как обычно не берут. А тут именно местный житель меня подвез. Даже копейки денег не взял и говорит, не вон там вот вокзал туда. И только я подошел к кассе, сразу открывается касса, полтретьего уже дня, сразу открывается касса после перерыва и говорит, вам куда? Я говорю, мне Хмельницкий. Она, давайте там 18 гривен, кажется, я заплатил.
И вот сижу уже в поезде, трушусь в поезде, знаете, и думаю, ну куда вот сейчас вот реально ехать, ну куда вот, я еду в Хмельницкий, в городе там никогда не был, ну что, я начинаю молиться Богу. И тут, а я перезванивал там старым друзьям, и тут всплывает один номер телефона, звонок мне. Звонит там Женя Сивок, бывший бандит, ну такой, знаете, ну какой, какие его друзья. Ну уже верующий, и он ходит по тюрьмам, проповедует. И он звонит, братан, ты где? Я говорю, я еду в поезде на Хмельницкий. Он говорит, слава Богу, говорит, я только хотел сказать, и вот когда Бог меня положил на сердце, сказать тебе, чтобы ты ехал, если освободился, чтобы ехал в Хмельницкий, там где его встретят, если Игорь Анатольевич Денисов, ну, ты его знаешь, это бывший бандит по кличке Дыня, смотрящий из 98-й зоны. Сейчас он пастор церкви, ну, благословенный брат и пастор реабилитационного центра. Ну, я думаю, нифига себе, вот это да. Ну, класс, говорю. В 8 часов вечера я вышел с поезда. А еще хочу сказать, что... У меня есть еще 12 минут. Это сам. А еще хочу сказать, что когда у меня, кроме документы какие были, справка об освобождении, меня так вот, еще не знаю где, но сфотографировали меня на какой-то тюрьме с перекошенным лицом, знаете, по пояс раздетого, весь в татуировках и в черно-белом фоне, я не знаю, где они взяли эту фотографию с печати, наверное, в деле где-то выловили, и они ее через ксерокс пропустили в черно-белом фоне и взяли, короче, приштамповали мне на справку об освобождении, а на справке об освобождении написали, убыть в трехдневный срок, город Магадан, вот не помню, что это поселок какой-то, 50 лет октября, что-то такое, представляете, чтобы я в течение трех суток выбыл, короче, из Республики Украина. А я еду в Хмельницкий, вот представьте, кроме такой справки об освобождении, ну все, сейчас, вот первый патруль, и меня спросили, ты куда едешь, ты что, Магадан с Хмельницким перепутал, представляете? И я выхожу с поезда и смотрю, стоят там ребята в форме. Я такой, господи, господи, господи. И ну такой набрался смелости. Прохожу, они что-то между собой разговаривают, даже не обратили внимания. Ну, думаю, слава Богу, сейчас. И, а этот Женя Сивок дал мне номер телефона Игоря Анатольевича Денисова. И говорит, Дыни. Говорит, дозвонись к нему, он обязательно тебя встретит, там все нормально, все на реабилитацию. И у меня первая мысль, вот сейчас я выйду. И, короче, с вокзала, и иду в какое-нибудь кафе, сяду, спрячусь где-то за задними столиками, буду сидеть, наяривать этого Дениса, сам кофе пить, и все, и там приедет, он заберет меня. Подальше от милиции, знаете. Ну и тут, короче, выхожу напротив вокзала, ЖД вокзала, такая, кафе у Богдана, железная лестница такая, ну думаю, о, как раз сюда, захожу туда, и вот представьте себе, захожу, поспрятался называется, открываю двери в этот момент, вот так вот зелинг, знаете, что тут зеленчит такое? Сверху фара автомобильная, в буквальном смысле слова, и так, знаете, свет снопом таким бьет. И в этот момент какая-то мурка прекращает петь, ну, мурка прекращается песня. И в этот момент зелинг, я смотрю, захожу туда, там человек 40 милиционеров, представляете? Ну, все чисто милиционеры, вы представляете? Ну я обалдел, ну думаю, вот это я спрятался, я говорю, извините меня, пожалуйста, раз, двери закрываю, думаю, господи, вот это да. И начинаю, ну, быстро удаляться в неизвестном направлении. И дозвонился я до Денисова, все-таки у них, оказывается, служение было, и он не мог взять трубку. Они приехали, меня забрали, и вот я приехал на реабилитационный центр, я почему именно за этот момент хочу сказать. И Игорь Анатольевич Денисов мне сказал, Толик, у тебя есть телефон? Я говорю, да, есть. Отдай мне его, пожалуйста. Он тебе не нужен. Я говорю, да у меня там же шкенты, там друзья, там это. Он говорит, слушай, вот те друзья, которые у тебя есть, после реабилитации, если ты ее пройдешь, ни одного из них ты сам не оставишь, друзья. А появится очень много настоящих друзей. Пожалуйста, отдай мне телефон. Ну, я, скрипя сердце, отдал телефон. Это первый был шаг мой в реабилитации. Потом прошло несколько дней. Мне говорят, брат Анатолий, ты тут нормально адаптировался, все. Возьми, пожалуйста, ответственность за пылесос. Вот я пылесос, ну представьте себе, я ответственность брал за зону, за промзону, за отряды, знаете, за все, за корпусы тюрьмы. А тут мне говорят, пылесос тебе, на, и, короче, возьми за него ответственность. Ну представьте себе, еще какой-то бывший наркоман, который говорит, я служитель, там, служитель, что-то там, служит. Ну и представьте себе, не, я адекватно говорю, потому что у меня что-то еще наркоз не вышел. Это самое. Ну и представьте себе, ну нифига себе, вот это да. Ничего себе. Думаю, я говорю, так ты что мне пылесос суешь? И тут ко мне подходит Игорь Анатольевич Денисов и говорит,
Толик, если ты сейчас не возьмешь ответственность за пылесос, то это ответственность Бога. Верный малым над многим будет поставлен. То в скором времени ты возьмешь ответственность от дьявола за какую-нибудь зону, или промзону, или за какой-нибудь отряд. Дьявол тебе обязательно сделает каким-то смотрящим, руководящим в своем хозяйстве, если ты не хочешь быть ответственность брать в хозяйстве Бога. И я смирился, знаете, взял пылесос, и уже через 2 недели такой, пылесос, это мне нравится, все чистенький пылесос, честно. Так хорошо нравится мне так это все дело. И тут подходит ко мне брат и говорит: слушай, ну ты классно пылесосишь вообще. Классно ты вообще, брат. Давай так, короче, надо взять ответственность. Вот братья приходят в среду на домашнюю ячейку, знаете. Ну, бывший, кто реабилитацию прошел, кто на адаптации, кто... Говорит, вот надо, чтобы ты, пока все братья будут, а уже слякоть такая, знаете. И говорит, чтобы ты обувь ихнюю, пока они там, они разуваются все, и чтобы это самое, обувь ихнюю протирал, пока ставил сушиться быстро. Ну, вы представляете вообще? Я говорю, ну ничего себе, может взять еще и носки им стирать, пока они там молиться будут. Ну что, вы с ума сошли? Ну, ребята, вы вообще, ну давайте уже, ну вы попутали что-то. И этот брат говорит: да, ты знаешь, будет классно, мы купим ящик носков, и, короче, будем выдавать сено, а ты будешь стирать на сушилку быстро. Я думаю, вот это нифига себе. Опускаюсь все ниже и ниже, знаете. Все. И пошла вот такая у меня жизнь. Скажи мне, все ниже и ниже и ниже. И вот дошел я до такой степени, я много рассказывать не буду за это, но дошел до такой степени, что мне это так сильно понравилось, уничижать себя, что я брал зубную щетку, такую, знаете, рабоче-хозяйственную, и шел мыл туалет. Когда я хотел больше всего вот так, знаете, взъерепениться, то мне служитель не нравится, то мне что-то не нравится, я понимал, а Бог мне говорит: Толик, если ты сейчас не пойдешь мыть туалет, если ты сейчас не смиришь себя, не возьмешь зубную щетку и не пойдешь туалет мыть, то ты возьмешь ответственность за зону какую-то, дьявол тебе даст, а я хочу сделать тебя пастором. Я говорю: кого пастором? Ну, Господи, учись. Я начинаю учиться. Я достал всех в церкви, всех на репцентре, всех дежурных, всех ответственных, всех пастырей. И я вот писал, у меня куча есть вот на репцентре, кто будет приезжать в гости, кто приезжает, куча всяких рукописей, по этим рукописям я до сих пор, ребят, учу. И я всех достал. Ну, именно в буквальном смысле слова «достал». Они мне говорили, некоторые даже из служителей говорят: Толя, посмотри на свое лицо. Я говорю: зачем там тебе, говорит, надо? Ты все равно где-то поедешь в Молдавию, копаешь автоматы, пойдешь где-то инкассаторские машины грабить. Что ты в самом деле? Это были даже служители, такие говорили такие вещи. Ну как, не самые основные, конечно. Я говорю: я отрекаюсь во имя Иисуса Христа, я запрещаю вам такое говорить. Я буду служить Богу, я буду пастором, я буду служителем, я буду служить Богу. Я буду служить Богу во имя Иисуса Христа. И вы знаете, я так сильно смирялся, что через год и 2 месяца я нес дьяконское служение в Союзе Церквей Поночка в Крыму, в городе Красноперекопск. Вот так сильно досмирялся я, понимаете? Я смирял себя так, я в туалете чуть ли не спал, я мыл этот туалет, я молился Богу, я с 4 часов утра поднимался, выходил на мороз, на холод, я славил Господа, молился за всех ребят, благословлял их именем Господним. Я молился за наших служителей, за наших пастырей. Я много очень писал, переписывал, переиначивал. Знаете, я сейчас по этим рукописям ребят учу. Учу, и уже, слава Господу, уже несколько, ну не несколько, уже около 10 человек ушло с репцентра со знаниями и благословениями. Я верю, что мои знания, которые я, знаете, передал этим ребятам, которые я поимел там, они пригодятся Господу. Ведь почему апостол Павел написал 1/3 Евангелия? Да потому что он имел знания. Идите научите все народы, написано. А как ты научишь, если ты сам ничего не знаешь? И главная задача реабилитационных центров – научиться, чтобы идти и учить дальше. Это стратегия. Понимаете? Научиться – это учебный центр Духа Святого. Реабилитация. И я, что постоянно ребятам говорю, чтобы они учились и учились. Потому что если ты не будешь научен сам, ты не сможешь другого научить.
Понимаете? У нас сейчас благословенный реабилитационный центр в Бендерах. Я, честно скажу, я жил в Нидерландах, и мне там очень сильно нравилось. Очень так сильно нравилось, даже уезжать не хотел. Я улетал со слезами на глазах 14 октября того года, улетал, и думаю, Господи, так не хочу. Но Бог меня привел сюда, И в конце октября Бог меня привел в реабилитационный центр Нововладимировку, показал мне, меня пригласили как бы просто попроповедовать и все такое. И я приехал, и Бог мне говорит, это твоя земля. Вот как тогда он говорил мне, когда я ехал в Хмельницкий, это твоя земля. Я говорю, да нет, Господи. Он говорит, что это я гоню? Вот это, да нет, не может быть такого. Да не нравится мне эта земля. Вот земля Нововладимировская, мне нравится земля голландская, мне нравится земля бельгийская, земля французская. Но эта земля, она мне вообще не нравится. Понимаете? Ну там болото, слякоть, грязь, и ничего больше, тараканы, и ничего больше нет. Там и все, понимаете, бывшие алкоголики, наркоманы, тунеядцы. Думаю, Господи Бог, вот это ты меня вот это воткнул, а? А что я могу сделать, если Бог меня привел туда, понимаете? И знаете, я все-таки смирился под крепкую руку Всевышнему. И я понял главную истину, что на смирение приходит благодать. Бог привел меня в реабилитационный центр Нововладимировку, и уже есть плоды, мы сыграли там свадьбу одному парню, он прошел реабилитацию. Есть вот брат Сережка Талалай, у него сейчас другой брат, Саша Дука, прошел реабилитацию. Тоже был такой наркоман, что у нас приехал, костры устраивал, еще там отходил от этих наркотиков, там такое, что мы его там ловили трое суток. Но Бог сделал так, что он сейчас уже принял водное крещение и помогает служить на кофе-хаус. Да ради него одного я должен был остаться. Уже только ради него одного в этом месте, знаете, служить Господу. И как я радуюсь, когда я вижу, как ребята учатся. Слава Господу, у меня есть друзья, вот есть друг Женя, есть Маша. Это восстановленная семья, в которой было почти уже полный крест. Я благодарен Богу вообще за все, знаете. Я хочу вам, чтобы вы услышали меня. Не отпускайте руки никогда. И если тебе говорят, что ты ничего не сможешь, да кто ты такой, да тебе уже 50 лет, да тебе уже 40 лет. Посмотрите на меня. Я рукоположенный служитель, я священник, евангелист, я не знаю, у меня куча регалий всяких, еще там, сейчас закончил эту школу капелланов, еще и капеллан украинской, и украинской, там, службы капелланской, чего. Вы понимаете? И я сейчас еще и поступил, учусь в колледже, в американском одном, ну, заочно от Одесской церкви. Представляете? И Бог так благословляет. Ребята, это истинная правда, что Господь с вами, если вы с Ним. Запомните эти слова. Иисус, Он не какая-то там нематериальная личность, где-то там, где-то что-то. Иисус, Он есть. И если ты искренне веришь в Него, Он с тобой разговаривает, Он с тобой общается. Друг Иисуса. Если ты настоящий друг Иисуса. Если ты любишь Иисуса всем сердцем, всей крепостью, всем разумением своим, крепче всего на свете. Вспомните, когда Петру, он говорит после предательства, говорит, любишь ли ты меня? Задайте себе вопрос, для чего вы здесь находитесь? Любите ли вы Господа всей крепостью, всеми силами, всем своим, всем сердцем своим? Понимаете? Нужно так сильно любить Бога, чтобы ваша жизнь меняла жизни окружающих людей. К сожалению, у меня нет времени больше. Но я хочу сказать, в вечности мы еще наговоримся. Аминь. Аллилуйя! Давайте встанем, будем молиться, благодарить Бога. Господи Боже, Отец, аллилуйя! Слава и хвала Тебе, Всевышний, Всемогущий Бог, Господь! Мы благодарим Тебя за это служение, Господь, которое Ты устроил сегодня, Господь, за это собрание центра реабилитации. Благодарим Тебя за то, что Ты есть, Господь, за то, что Ты нас любишь, Господь, и привел нас сюда. Дьявол пытается уничтожить нас, но Ты не дай, Господь, аллилуйя, защиту и охрану положи на каждого из нас. Я благодарю Тебя, Господь, за эти жертвенные сердца, Господь, которые Ты привел сюда, Господь. За этих людей, Господь, которые помогают центру реабилитации существовать. Благослови каждого, Господь, аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за меня, что я жив, Господь, могу еще послужить Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за Эдика, Господь, которого тут знают все, Господь. Спасибо Тебе за все, Господь Иисус, аллилуйя. Благодарю Тебя за моего сына, Господь, который у меня есть. Спасибо Тебе, родной мой Бог, за все.
Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Иисусу! Слава Господу! Слава Богу! Шалом, брат! Я хочу зачитать одно место со Священного Писания. Это Луки, 18 глава. Двадцать стих. Иисус. Но Он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. И я буквально вчера был на служении по местной церкви, это село Новые Кукунешты, и брат размышлял об этом. Человеку невозможно победить грех. Но если ты принимаешь свое сердце, свой разум и Иисуса Христа, то все возможно. Он начинает жить в тебе, Он тебя направляет, Он тебе помогает, Он заботится о тебе. Ну а как это сделать? Нужно довериться, как маленькому ребенку. Довериться и не оставлять задней. Пойти в объятия нашего Небесного Отца. И тогда многое чего изменится в моей и в твоей жизни, дорогой друг и брат. Провозглашайте имя Иисуса Христа. Ищите Божье, и все остальное приложится. Вот я вкратце, что хотел сказать вам. Пусть Господь благословит каждого, кто находится в Доме Божьем. Взял, у меня тоже есть немного времени засвидетельствовать о славе Божьей. Через неделю, 7 октября, будет ровно 10 лет, как я последний раз употребил, что бы там ни было. 10 лет я уже другой человек. Я радуюсь. Я радуюсь. Но 31 год я прожил без Бога. Мне сейчас 41. Я родился в России, в Омске. Город, знаете, у него тоже есть своя история. Это слияние двух рек. Ольм и Иртыш. И вот, ну, на этом месте был основан город. Некоторые говорят, что он назван Омск из-за того, что на реке Ольм. Другие говорят, это аббревиатура такая ОМСК, отдаленное место ссыльной каторги. Потому что там вокруг города очень много зон. Не знаю, 10-15 может быть. И вы знаете, очень многие люди, которые освобождались, ну, тоже некуда было ехать, как Толя говорил, куда ехать, что делать. И просто оставались там. Ну, город такой, знаете, криминальный, очень много криминала, очень много людей, которые... В каждой семье практически был кто-то, родственник, кто сидел. Мой отец был алкоголиком. Семья с мамой у них не ладилась, развелись. Я помню... Воровать я начал еще с садика. Лет в 5 я уже так, ну, лазил по шкафчикам, вытаскивал где-то конфеты, где-то игрушки. Меня били, я был упертый такой, ну, нет, не я, убивайте. Знаете, рос на улице в основном, мама работала, пыталась как-то выжить тоже. Мы не местные сами были. Корни с Украины, так получилось, что вот, ну, попали в Сибирь. У нас не было там родственников, и как бы не было такой поддержки. Мама по-своему выживала, она пыталась выходить замуж там второй раз, третий раз. Я рос в основном на улице, воровали, дрались, где-то лет... К 12-13 уже накопилось такое дело, в общем, по делам несовершеннолетних. Не могли никак закрыть меня, потому что был еще маленький сильно. Вы знаете, у меня бабушка жила в Молдавии, она как-то приехала и сказала, говорит, давайте оставляйте уже в Сибирь, переезжайте в Молдавию. Тогда еще Советский Союз был, конец 80-х годов.
Мы быстро продали квартиру. Она пошла там в милицию, попросила, чтобы мне дали характеристики, отпустили. Меня на то время уже в школе на второй год оставили, в шестом классе. И, в общем, везде мне дали плохие характеристики. Мы переехали сюда. И в Молдавии меня не взяли ни в одну школу. Ни один директор не захотел, сказал, нам своих оболтусов здесь хватает. У нас не было прописки, бабушка жила в однокомнатной квартире. Вот так вот я остался не при делах, в школу не берут, как бы место новое, никого не знаю. Пошел на улицу знакомиться с ребятами, нашел друзей себе, ну так в кавычках, да, которые тоже нигде не учились, нигде не работали, в принципе. Молдова, Винный край, мы начали пить, гулять, воровать, и, в принципе, от чего уехал, туда и приехал. Ничего не поменялось, только выпивки стало намного больше. Потому что в горбачевские времена и в Сибири было очень тяжело достать все это. В 17 лет я уже стал, ну, таким серьезным алкоголиком, меня закрыли в Измаиле. Сидел я на тюрьме под следствием. Мама мне привезла передачку. И там был Новый Завет в современном переводе. Я так начал читать. Знаете, ну, и такой верующий был, вот прямо как Толя говорит, я вот слышал, ну, кто не хотел каяться или не хотел слушать, там, ну, мог и получить за это. Я сидел так с сигаретой в зубах и читая Новый Завет, и так сердце сокрушалось, и я говорил, Господи, если ты меня, ну, освободишь, то я обязательно приду в церковь. И вы знаете, в тот момент, 93-94 год, в Украине поменялся президент. Я не помню, Кравчук, Кучма, кто кого поменял. Вы знаете, создается впечатление, что это Господь сделал для того, чтобы вывести меня на свободу. Потому что произошла амнистия тогда, и многие повыходили. Буквально год под следствием. И, знаете, я решил сдержать свое слово, я пришел в церковь. Но, походив какое-то время, ну, меня вообще ничего не касалось, я очень быстро вернулся к старой жизни. Я не понимал проповеди, я ничего не понимал. Я думал, создам семью, как-то в семье будет все хорошо, женюсь, на работу устроюсь. Как-то искал, вот, ну, как бы внешне хотел поменяться, а сердце мое, вот, мне нравилось быть тем, кем я был. И я не хотел меняться. Хотя я был очень проблемным человеком, очень проблемным. Жизнь такая, знаете, но действительно, нечего вспомнить, а если что-то вспоминаешь, то за все стыдно становится. И семья развалилась, жена ушла от меня, работу я потерял, я буду сокращать, времени мало. Я просто вот остался буквально ни с чем, только проблемы и долги, ни семьи, ни жилья, ни друзей, ни родственников. Никого нету. Я уехал в Омск с Молдавии. Думал, знаете, есть такая пословица, где родился, там и пригодился. Я поехал, думал, все у меня там наладится, как бы все будет хорошо. Еще старые воспоминания такие ностальгические. Родина, родился там, друзья. Но, знаете, когда я приехал, у меня розовые очки быстро упали с глаз. Я понял, что я и там никому не нужен, да и у всех свои проблемы, как бы. Я понял, что все, в моей жизни полный тупик. В Молдавии у меня куча проблем, в Молдавии мне и стыдно, и страшно возвращаться, и ничего хорошего нет, кроме врагов и долгов. В России я там никому не нужен, у меня ни регистрации, ни гражданства, ничего нету. И я просто начал уже, ну все, погибать. Начал употреблять все, слоняться, перебиваться как-то. Пока я не попал в реп-центр. Так получилось, что я попал в реп-центр. И, знаете, вот там я встретился со Христом. Я так в мире играл на гитаре немного. Ребята узнали, что я играю. Говорят, слушай, у нас есть гитара, у нас нет музыканта. Давай ты будешь учить псалмы, песни, будем славить Бога, прославление сделаем. Я так втянулся, знаете. Я вот, ну, я верю, что через прославление просто вот Дух Святой очень сильно работал. На мне была какая-то ответственность, пока там ребята в центре просыпались, допустим, подъем в 7, мне надо было в 6 встать, мне надо было подготовить прославление, как-то так вот помолиться,
вдохновиться. И вот это давало мне, ну, определенный стимул. Я по-другому уже на все смотрел. Я понимал, что хотя бы вот это маленькое служение, которое я несу, мне уже надо быть, ну, мне было стыдно делать разные какие-то вещи, грешить, еще что-то. Вот так вот Бог работал во мне. Мне очень было страшно уходить с лепцентра. Я понимал, что этот срок когда-то закончится. Месяц за месяцем, первое время ты не думаешь, но когда у тебя перевалило за 3 месяца, реабилитация полгода, ты понимаешь, что когда-то тебе придется выйти оттуда. И я понимал, что я выйду, и у меня ничего нет. И опять окажусь на улице, никому не нужен. Что мне делать? Такие страхи. Я молился: Господи, помоги мне. Подходила уже реабилитация к концу, ко мне подошел служитель и говорит: Олег, не хотел бы ты пойти учиться в библейскую школу? Я говорю: конечно, хотел бы. Для меня это было, знаете, но еще на несколько месяцев остаться. И так я пошел учиться в миссионерскую школу. Там еще больше знаний я получил. Мне это нравилось. Я так любил учиться. Знаете, я вообще не закончил школу. Меня как в 6 классе на 2-й год оставили, и все, у меня нет образования. Я школу не закончил. Но я закончил миссионерскую школу, я закончил библейскую школу. Я каждый день сам учусь. Библия – это моя настольная книга. У меня целая полка заставлена разными учебниками теологическими. Я просто читаю, мне это нравится. Я люблю Бога, я хочу Его познать больше. И, знаете, в то время я тоже любил, но и эта учеба закончилась. Мне сказали: слушай, можно всю жизнь учиться, но надо еще и практику какую-то иметь. Давай, ты приехал с Молдавии, тебе надо в Молдавию ехать на практику. Я сказал: нет, вы что, куда угодно, пошлите меня куда угодно, только не в Молдавию. Но был один момент, который все-таки вот, ну, так вот на сердце у меня был, это семейный вопрос. Потому что жена ушла от меня, но официально мы не были с ней разведены. И я думал, что перед Богом мне надо поставить на место этот семейный вопрос. Либо развод, либо, ну, а других вариантов у меня не было. Потому что жена, когда ушла от меня, забрала дочку, и я ходил, я плакал, я стоял на коленях, я просил, говорил: Наталья, вернись ко мне. Она говорит: нет, я еще жить хочу, не надо мне, все, забудь обо мне. И то есть у меня было такое впечатление, что эта чаша, которая вот разбита, ее больше никогда не склеить. Я даже не рассматривал вопрос о том, что, ну, у нас что-то получится. Но я прочитал в Библии послание, первое послание к Коринфянам 7:15, апостол Павел говорит: если неверующий муж или жена хочет развестись, пусть разводится, к веру призвал нас Господь. Я думаю, я приеду, я скажу, что я уверовал в Господа, она неверующая, она просто разведется со мной, я буду свободен, и я просто принял для себя решение, я хочу служить Богу. С такими мыслями я поехал в Молдавию, это одна из причин, по которой я поехал. Другая причина, здесь был миссионер из Омска в городе Единце, который занимался цыганским народом, Вадим Кривошеев, ему нужен был помощник. И я вот так вот приехал, думаю, совмещу 2 вещи. Сделаю документы, официально разведусь, помогу здесь церковь поднять, и потом уеду опять в Россию, сделаю гражданство. И вот мои планы такие были. Но наши планы – это не Божьи планы. И Господь совершенно все сделал по-другому. Сокращая все время, я просто хочу сказать о славе Божьей. Господь восстановил мою семью. Когда я начал общаться с женой, когда у нас, я думал, как же этот развод решить, Бог просто вместо развода воссоединил нас. Он нас благословил сразу двойней. У нас родились 2 сына, двойняшки. Потом через год у нас, 1,5 года, родилась еще дочь. Сейчас у меня 2 дочери, 2 сына. Я счастливый отец. Я думаю, что мои дети тоже счастливые, потому что они никогда не видели отца своего пьяным, убитым каким-то, матерящимся, ругающимся, там полиция никогда не приезжала, не забирала и так далее, и так далее. Дети, я просто появляюсь дома, они бегут, и папа, папочка, все вот так вот повисли на мне. И я счастлив. Знаете, Бог дал мне здоровье, Бог вернул мне, не то что вернул, дал новых, потому что наш Бог, Он творит все новое. Он дал мне замечательных друзей. Когда у меня никого не осталось, когда мне не с кем было реально поговорить, когда никто не хотел мне руку протягивать, потому что все брезгали мною,
Сегодня у меня столько друзей, у меня столько братьев, столько сестер. Меня сегодня приглашают, ну, везде просто. Если раньше детям запрещали дружить со мною, потому что либо я их чему-то плохому учил, либо меня кто-то в гости приведет, я там все карманы облазю, все золото сворую. Потом родители бегали, где этот мерзавец, где этот Олег, ну, убить его надо. Запрещали дружить. Всегда я был плохим, всегда мне говорили, ты ничтожество, ты плохой. Сегодня, ну, я радуюсь, сегодня совершенно все по-другому. Господь, знаете, дьявол отнял у меня все, жилье отнял. Я продал за какие-то $500 дом и остался на улице. Господь мне сегодня дал жилье, я живу прямо в доме молитвы со всей своей семьей. У нас прекрасная квартира со всеми удобствами. Я раньше только воровал и угонял. Я никогда не думал, что у меня будут права. Господь дал мне права. И сегодня мы приехали с командой на машине. Я езжу на машине, не угнанная, но по наследству от пастора перешла. Господь во всем благословляет. Это просто, знаете, я раньше из долгов не вылазил. У меня были одни долги. И сегодня я практически, ну, я не знаю, что такое быть в долгу. Сегодня люди ко мне приходят и говорят, одолжи, пожалуйста. Но самое важное, самое, я считаю, самое прекрасное, что я сегодня имею, это Господь доверил мне церковь. Я сегодня несу пасторское служение. Мне раньше люди 2 рубля не доверяли, потому что знали, я украду, я пойду, я что-то сделаю. Господь доверил души человеческие. Я считаю, что это самое ценное, что есть, потому что за каждую человеческую душу Христос кровь свою проливал, жизнь свою отдавал. Знаете, может быть, я не закончил светской школы, и у меня нет никакого образования, но я рад, что я ученик Иисуса Христа. Я до сих пор учусь каждый день, и я хочу следовать за Господом. Я, может быть, для кого-то это сегодня будет словами ободрения, что, но не ставь на себе крест. Если на тебе все поставили крест, и ты, Господь для тебя приготовил великое будущее, у тебя есть и будет и образование, и корочек, целая куча, и капелланом будешь, и пастором будешь, и за ревцентр будешь ответственным, и лучше быть смотрящим за пылесос, чем смотреть в каких-то дьявольских делах. Пусть Господь вас благословит. Я вас благословляю именем Божьим. Слава Господу! Знаете, Господь мне тоже так положил на сердце оставить вам слово. Ну, уедем буквально еще немного времени, мы все разойдемся, разъедемся. Екклесиаст говорит, нет ничего нового под солнцем. Знаете, эти места Писания многие из вас знают, проповедуют по ним. Но, как говорится, напоминанием возбуждаю вас здравый и чистый смысл. Апостол Павел пишет. Послание к римлянам, 12 глава. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь мы один для другого всего лишь члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчеству по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет не притворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Почтительности друг друга предупреждайте.
в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о гостеприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, то будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне мщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, потому что, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголи. И последний стих. Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Пусть Господь вас благословит. Знаете, мы по отдельности, мы всего лишь органы, члены, но, знаете, Господь не хочет, чтобы была какая-то расчлененка. Бог хочет, чтобы мы вместе составляли одно тело. И вместе мы являемся церковью. Церковь Иисуса Христа. Он есть глава, а мы тело. Мы хотим спеть одну песню. Давайте мы встанем. Слова будут выведены. Давайте мы вместе споем. Это прекрасная песня. Я не знаю, я сколько ее пою, она всегда касается моего сердца. Давайте мы приложим свои сердца также к этому пению. Просто вот, ну, рядом с тобой не просто стоит человек. Это стоит частичка тела Христова. А вместе мы церковь.
посмотри на свою невесту, Господь, вот она перед тобою. Измывается, получает радость, как сегодня говорил брат Толя. Дьявол сегодня радуется, как маньяк, когда он издевается над кем-то. У него нет больше радости. Господь, наша радость в Тебе.
наша радость, когда мы приводим кого-то ко спасению. Мы так радуемся, потому что мы частичка неба, и нет больше радости на небесах, когда кто-то из грешников кается. Папочка дорогой, мы хотим доставлять тебе не так, как нашим земным родителям. Мы столько слез в нашей жизни доставили, Господи. Мы хотим тебе доставлять радость. Мы хотим исполнить мечты твоего сердца. Мы хотим приводить ко спасению еще многих людей. Многих людей. Благослови нас в этом служении. Благослови все ревцентра. Благослови всех тружеников, кто трудится на этой ниве, Господь. Укрепи наши руки. Укрепи, дай нам хороших помощников, верных помощников. Благослови, чтобы в этом деле еще многие подвязывались, вставали в молитвенном проломе. Чтобы были мужи сильные, которые могли выйти на брань. Благослови, Господь, благослови всех нас. Слава Тебе и хвала. Благодарим Тебя за чудесный, прекрасный день. Спасибо за Твое Слово, спасибо за Твое присутствие. Спасибо, Господь, что Ты посетил нас сегодня. И слезы радости на глазах, и мир в сердце, Господи. И спускаться с горы преображения не хочется, Господи. И домой идти не хочется, но Ты говоришь, идите и расскажите всем. Идите и проповедуйте Евангелие, Господи. Что поделать, надо идти. Но Ты всегда с нами, Ты всегда рядом. Ты всегда держишь нас за руку. Ты всегда даешь нам мудрость, наполняешь нас. Спасибо Тебе за все, Господь. Ты великий и чудесный Бог. И все дела Твои, они просто великие чуды, Господь. Мы хотим прославить Тебя, наш Бог, еще в одной песне, перед тем, как мы разойдемся. Мы хотим прославить Тебя, Господи, в словах, как великие и чудные дела Твои, Господи Божий. Господи Божий Вседержитель, свят Ты, свят, 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 Бог Завола. Аллилуйя.
картину. Вокруг престола все пели песню. Свят, 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 Господь Слава. И мы с вами тоже спели это, мы с вами тоже прикоснулись сейчас. Мы сейчас слились с небесным прославлением, с небесным поклонением нашего Господа. Иисус, когда учил молиться своих учеников, Он сказал: молитесь и говорите: да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. И Иоанн, он немножко соприкоснулся с волей Божией, он увидел, что Господь любит, что Господь дозволяет, допускает. Знаете, я, возвращаясь к моменту реабилитации, я не знаю, если бы я не прославлял Бога, я не знаю, где бы я сейчас был. Но вот именно хвала, поклонение, прославление Бога, оно дало большой мне, большой путь впереди. Оно помогает соприкасаться с небесами. Слава Богу, что Царство Божие, оно уже сейчас внутри нас есть. Иисус сказал: Царство Божие уже внутри вас есть. А вместе мы Церковь Господа. Церковь Господа Иисуса Христа. Пусть Господь вас благословит. Благословение вам Божьих.